В Расторгуевской части города Видное, вблизи улицы Бирюлевская, сотрудниками полиции и представителями администрации муниципалитета были обнаружены заросли дикорастущей конопли. О месте произрастания наркосодержащего растения стражам порядка сообщили местные жители. Как рассказал старший участковый уполномоченный Видновского отдела полиции МВД России по Ленинскому городскому округу Александр Брагарь, посевы конопли были на этом месте и ранее. Ранее на данном участке, да, были уничтожены также посевы конопли. Ну, она вновь вырастает, потому что площадь большая, по всей видимости, зерна конопли ветром раздувает. В рамках профилактической операции «МАК» было уничтожено около 150 кустов конопли. Участковые уполномоченные удаляли растения вместе с корнем и сжигали. Изъятые образцы были отправлены на химическое исследование. Согласно заключению эксперта, подтвердилось, что это марихуана. Совместно с сотрудниками полиции каждый год работаем по таким местам. Но это вот минимум два у нас таких есть. И мы работаем именно в летний период. Это, как правило, июль-август. Во избежание скопления там людей наркозависимых, которые приезжают в наш округ. Причем это не только жители Ленинского муниципалитета, но и соседних. Бывает, что из Москвы приезжают. Поэтому мониторим ситуацию, держим руку на пульсе. На территории Ленинского городского округа ежегодно проводятся профилактические мероприятия, в рамках которых полицейские пресекают правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, а также выявляют и ликвидируют незаконные посевы и дикорастущие растения, содержащие наркотические вещества.